Ставим раскладушку на лыжи. Должны получиться нарты. Главный конструктор Артем Алексеевич. Это младший научный сотрудник Елена. Сейчас соберут и посмотрим, что получится. Должно получиться. Ну, братцы, скажу, генеральный конструктор сработал нормально. Осталось испытать нарты в полевых условиях. Раскладушку свою он раскладывает. Вот. Ну, сейчас... Все получилось. Ну, ладно. На лыжах там. Ладно. Вот такие вышли нарты. На которых... В принципе, можно будет перевести до 100 килограмм груза. Но нам, конечно, столько не надо. Килограмм по 50 нормально будет. Двое нарт, 100 килограмм. Вот такие нарты.